Ой, блин, точно, я же, наверное, опаздываю на железнодорожный переезд. Мне сейчас босс навалит, блин, всю премию спишет. Ни хера не получу. Блина, 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 зайду-ка вот сюда вот. Так, вот здесь вот я работаю. Так, достаю рацию. Флажки мои рабочие. Так. Надо посмотреть, нету ли поездов. Пока что не вижу. Так, что-то там по рации говорит. Приемте, спам. Нет, скоро приедет ND4M. Если забудешь, то тебе премии не видать. Блин, быстренько надо. Какое примерное время? Через 10 минут должен подъехать. Хорошо. Принял. Показывать зеленый флаг. Да. Угу. Так, пойду-ка к себе там пока что. Хотя надо наблюдать. Надо наблюдать. Надо наблюдать. Так. Диспетчер, пока что не вижу. Уже 10 минут настало. Пока что не вижу ничего. Что передаете, когда будет? Сейчас приедет, уже скоро. Хорошо, принял. Так. Стоп! А что машина тут делает? Что надо делать? Выходите, уважающий! Уважаемый, выходите! Едет ТД-4М! Быстро! Закрываем! Переезд! Нет! 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 О, боже мой! Как такое могло случиться? Главное то, что жив водитель этой машины. Но переезд сломан. Что теперь делать? Блин, а! Блин, что-то тут звенит, что-то тут звенит. Алло, диспетчер. Алло, что-то у вас произошло? Ничего не произошло. Я скоро приеду. Если что-то случилось, тебе хана. Все, понял, принял. Так, надо быстро восстанавливать этот переезд, пока он не приехал. И поезда эти надо убрать. Так, быстрее, быстрее, быстрее. Быстрее перерабатываем. Строим новый переезд. Быстрее. А что то, что диспетчер вообще не знает этот переезд практически. Он же скоро сейчас приедет, надо прям вообще поторопиться. Так, и ИД-4М-ки я попрошу убрать. Так. Так, вот шлагбаум. Так, здесь еще должен стоять. Так, надо быстро все ремонтировать, пока никто ничего не заподозрил. Так, быстренько все делаем. Быстренько восстанавливаем. Блин, уже день настал. Капец, блин, день настал. Надо все ремонтировать. Здесь капец. Что теперь делать? Так, быстрее надо все отремонтировать. Пока этот диспетчер ничего не заметил. Так, о! Так, брали все знаки. Так, проводим сюда что-то дорогу. Так, здесь будет переезд. Так, мне тут уже начинают ставить. Давайте побыстрее ставьте. Побыстрее давайте. Побыстрее. Так. Да, что?
Что, здравствуйте? Заеду. Ага, ага. Что? Почему получается? Не на том месте поезд? Поезд перенаправили на мойку, потому что был очень грязный. Да-да, я тебе так и поверил. Если я сейчас приду, там все плохо, то тебе хана. Хорошо. Так. До свидания. Так, надо, блин, найти. Так, где-то переезд. Так, вот он. Все, так, поставили. Надо быстренько. Так, блин, что там диспетчер говорил? Чтобы D4M была или что? Так, рация. Так, рация. Алло, прием, что надо? А что вы говорили, я забыл. Почему не на том месте поезд? Ну, он отъехал в мойку, потом с мойки отправился обратно. Вы через я сколько приедете? Почему тут одна часть поезда стоит? А ну, ее потом уже... Диспетчер, ее потом уже я тоже мыть будут. Я сейчас пойду по камерам посмотрю. Сейчас я приеду через минуту. Хорошо, хорошо. Приезжайте. Так, все, до свидания. Так, теперь надо делать здесь проводку. Здесь вот будет проводка. Проводим, проводим. Блин, надо А, камера же взорвалась. Капец. Он же все равно не увидит. И то и камеры отрубал. Еще давно. Так, надо быстренько здесь все поставить. Чтобы я ничего не заподозрил. Так. Так. Быстрее проводим здесь. Так, надо проверить, работает. Так. Все работает. Нужно теперь закрыть это все. Так, наверное, уже скоро приедет диспетчер. Так, все работает. Только нужно сейчас быстренько ЭД4М новую пригнать. Так. 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 Надо отогнать эту штуку. Все. Блин, диспетчер приезжает! Блин, диспетчер приезжает! Здравствуйте, диспетчер! Да! Так, показывайте камеры. А камеры сломались. Почему сломались? Где они? Камушек отлетел. Вот здесь вот была, вот она отлетела. Ветер был такой, и камни летели с поезда. Я, кстати, забыл выключить. Извините. Это я проверял его. Вот. Мне сообщили, то, что тут была авария. Не было. Ну вот ты и попался. Эта камера записала все в облако, и оно всегда все сохраняло. Сейчас я посмотрю. Блин! Блин! Да зачем вы это смотрите? Не надо, уйдите с моей кабины, ну ладно. Хоть денежку дадите. Дайте хотя бы рубль. Эй, диспетчер, дай рубль. Ой, рубль, тихона, все, ты увольняешь. Да что я? Я потом, наверное, вернусь. Всем пока, ребята, с вами я был Тиах. Я, кстати, вроде вначале забыл поздороваться. А этот диспетчер меня выгнал с работы. Что? В следующей части, если исправишься, я тебе дам работу, то, может быть, вернёшься. Угу. До свидания. Ребятки, я, наверное, потом в следующей части, наверное, ну, в следующем видео вернусь туда. Так что ждите новую часть. И всем пока. С вами я был Тиар и диспетчер. Всем пока!